Спонсор выпуска – Саратовский автоцентр КАМАЗ. Спонсор выпуска – Банк Российский Капитал. Никакой политики. Омбудсвумен региона со своими общественными помощниками обсуждали самые острые проблемы жителей губернии. Кассацию к рассмотрению. В областном суде провели первое заседание по делу об анаболиках. Президент региональной федерации по пауэрлифтингу грозит 3 года заключения. Безопасность в подарок. Сотрудники дорожной полиции презентовали молодым мамам автолюки. Добрый вечер. В прямом эфире программа «События. Саратов». В студии Татьяна Хованова. Сегодня состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в регионе Нины Лукашовой с общественниками. На собрании обсудили проблемы граждан в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования. Подробно рассмотрели ситуацию в Калининском и Екатерининском районах губернии. Там жители страдают от беспредела местных предпринимателей и безразличия чиновников. В разговоре «Без политики» приняла участие Наталья Тарасова. Еще недавно было уполномочены защитить. Обсуждают жалобы и обращения со всех уголков области. Например, в Екатериновском районе практически прекратил работу вокзал и планирует прекратить остановку московских поездов. Якобы это невыгодно. Очень много студентов со станции Визовка, села Визовка, Афросимовский, села и других близлежащих сел. Вот. Имеется также возмущение. Вот мы хотели бы, чтобы, так сказать, рассмотрели наши эти вот пожелания о сохранении этих остановок. Не менее серьезная проблема в селе Орловское Калининского района. Местная предпринимательница приватизировала все объекты соцсферы, включая дом культуры, школу и ФАП. Когда начался учебный год, собственница отказалась заключать договор аренды, и школу пришлось закрыть. Все дети организовали, конечно, школьный автобус, никого не оставили, начали ездить в соседнюю школу. Дом культуры был закрыт. Приезжала художественная самодеятельность, выступали там на улице, поскольку негде было это все делать. После того, как ситуация получила широкий общественный резонанс, предпринимательница согласилась передать школу администрации района. Правда, не ясно, откроется она или нет. Дети уже не хотят возвращаться назад, да и учителя разъехались. Ситуацию решено урегулировать в судебном порядке. Предъявили иск о том, чтобы продлить срок аренды, а она собственница, на это я не хочу. Надо было не это предъявлять, а собрать документы и сказать вопрос, что она не собственница. Доказать вот это, потому что там есть основания для доказательств. Просто надо было все собирать. А в Краснопартизанском районе возникли трудности с лекарством для льготников. Жительница не получала жизненно важный препарат несколько месяцев. Предлагают ввести жесткий контроль со стороны прокуратуры. Можно аспирин подождать, парацетамол, но не то лекарство, которое люди месяцами ждут, не получая, и как предоставила женщина документы, что у нее в этот период пошло ухудшение здоровья. Ветхое жилье и исчезающая инфраструктура. Во всех районах области проблемы одинаковые. Омбудсвумен отмечает, что растет внимание властей ко всем сторонам жизни общества, а значит, будут и дальше напоминать о самых острых вопросах. Наталья Тарасова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов. Комитет по вопросам местного самоуправления поддержал законопроект о едином дне выборов в муниципальную власть. Такое решение областные депутаты приняли на очередном рабочем заседании. Теперь, согласно одобренным поправкам, голосование будет проходить во второе воскресенье сентября. А избирательные комиссии будут формироваться на 5 лет. При этом из кандидатур, предложенных партиями в участковой избирательной комиссии, но не одобренные на ее включение, будет создан специальный резерв в местах временного пребывания граждан, вроде тюрем и больниц. Кроме того, депутаты областной думы решили как можно чаще выезжать в свои районные округа, более подробно вникать в проблемы граждан и по мере возможности принимать решения на местах. Я считаю, что это продуктивные. Они будут, потому что мы, не заседая в кабинете, будем видеть проблемы, а будем видеть их воочию. Поэтому я абсолютно согласен с таким решением. И я думаю, что мы будем практиковать на протяжении всей работы нашей областной думы, потому что наш комитет именно отвечает за местное самоуправление. Поэтому есть смысл выезжать, особенно в проблемные места, и не сидя в кабинете принимать решения, а общаясь с народом, общаясь с людьми, решать на месте, стараться всячески оказывать помощь.
В областном суде рассмотрели кассационную жалобу президента региональной федерации по пауэрлифтингу Александра Раде. Напомню, в октябре текущего года спортсмена признали виновным в продаже анаболиков. Тогда Фемида Октябрьского района приговорила подсудимого 3 годам лишения свободы. Это вызвало резонанс в спортивном сообществе, потому что за такое нарушение впервые дали реальный срок. Не подействовали даже смягчающие обстоятельства. Супруга Александра Раде находится в декретном отпуске. Ситуация пыталась разобраться Мария Смирнова. Раде Александр Борисович. Формальное знакомство. Александр Раде – центровая фигура российского пауэрлифтинга. На онлайн-связи с областными судьями. В их руках судьба мирового рекордсмена. Система заднего хода не дает, но облегчить участь человека, я думаю, все-таки возможно. Потому что не настолько он опасен для общества, как говорят судьи первой инстанции. Он совершенно не опасен для общества. Это не наркотики, это не убийца. Непривычный спортсмену титул особо опасного присудила Фемида Октябрьского района. 3 года реального срока за продажу запрещенных законом анаболиков. Провел сравнительный анализ, кому что за сколько дают. Вот. И получается, что какой-то, не побоюсь этого слова, ушлепок в погонах, сбивает насмерть бабушку с внуком, и ему тоже дают 3 года. Это видео представили под грифом «Доказательства». Следователи, а после прокуроры, разглядели на записи факт продажи анаболиков. Ни для кого не секрет, что намного проще прийти в спортзал, зная, что там действительно принимают эти препараты, чем идти к наркоторговцам, которые там за 10 замками. Ирина, супруга Александра Раде, не отрицает, анаболики, возможно, были. Но для личного употребления спортсмен готовился побить собственный мировой рекорд – 238 килограммов. Если выбирать спорт выше достижений, то ни для кого не секрет, что, скажем, без определенных препаратов, ну, там делать нечего. По эту сторону телевизионного экрана – спортивное сообщество. Они пришли в областной суд в качестве моральной поддержки решения Раде подать кассационную жалобу. Снято уголовное дело с кассационного рассмотрения и направлено в Октябрьский суд для выполнения требований УПК, после чего опять будет направлено в суд кассационной инстанции. Дело сняли с рассмотрения якобы потому, что новый адвокат Александра Раде не успел в отведенные законом сроки подать кассационную жалобу. Саратовским областным судом вынесено незаконное, необоснованное решение. Почему? Потому что данную кассационную жалобу дополнительную я мог бы и не подавать в Саратовский областной суд вообще, а мог бы ее просто устно зачитать при рассмотрении данной кассационной жалобы в настоящее время. А это значит, что в областной суд дело вернется ориентировочно в феврале. Как ни странно, такое решение в знакомых спортсмена вселяет надежду. Верят, что правосудие наконец проснется. Ведь 3 года реального срока для родных Раде – словно страшный сон. Мария Смирнова, Дмитрий Скалов, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. Глобальная реконструкция дошла теперь и до самых отдаленных поселков. Благодаря специальной программе Саратовскому району на капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году выделили свыше 13 миллионов рублей. На эти средства удалось не только починить кровлю и подъезды, но и установить современные приборы учета электроэнергии. О дальнейших планах Саратовского района расскажет Ксения Зубина. Все это оплавлено, постоянно жильцы приходят и жалуются о том, что у нас это все это плавится, трещит, взрывается, даже бывает и так. Эта техника себя фактически изжила. Счетчикам больше 30 лет, и они уже не выдерживают нагрузки. Как результат, регулярный перебой с электричеством. Теперь же в доме проблем с этим нет. Это вот у нас общий домовой счетчик идет со всеми автоматами, автоматами и всем прочим. Индивидуальные счетчики такие же. С помощью этой техники можно с точностью до вольта рассчитать энергию, которую израсходовали. Такие приборы в подъезде установили после того, как ремонтировали весь дом. Работы начали с самого главного – с крыши. Вот здесь вот дыра была прям почти насквозь. Так Валентина Перцевая жила последние 25 лет. Рассказывает, ремонт в квартире делали после каждого дождя. Скрыть разводы на потолке не помогал никакой слой штукатурки. Когда коммунальщики сообщили, что будут капитально ремонтировать кровлю, сначала даже не поверили. Все нормально, вот теперь уже не текло. Но эти вот разводы остались, они уже не... Никак, лишь замазывали и затирали. Глобальная реконструкция в многоквартирных домах поселка Сельхозтехника стала возможной благодаря специальной программе. В этом году Саратовскому району в рамках проекта на ремонт жилья выделили свыше 13 миллионов рублей. Без поддержки области и федерации этот вопрос, я думаю, что решался годами. Жилой фонд в основном старый. Дома начинают с 60-го года постройки и позже. Ну, не совсем хорошие, поэтому капитальный ремонт требуется. 70% жилого фонда.
Результаты, которых смогли добиться благодаря программе, впечатляют. Только в этом году отремонтировали 13 домов. А чтобы привести в порядок как можно большее количество жилья, районные власти планируют участвовать в проекте и в следующем году. Ксения Зубина, Александр Пиченко, ТВ-центр Саратов. Привлечь в село молодых специалистов можно, нужно лишь создать для них условия. Где-то эту проблему решают при помощи государственных программ, а где-то это делают сами сельхозпроизводители. Один из фермеров Вольского района в селе строит сразу 3 дома для молодых аграриев. И уже есть желающие там жить и работать в хозяйстве. Екатерина Заграничная, развитие сельских территорий. Здесь будут жить молодые аграрии. Эти дома в селе Куликовка Вольского района строит местный фермер. По собственной инициативе Александр Колков заинтересован в квалифицированных кадрах. А привлечь специалистов можно только достойными условиями – работы и проживания. Молодым где жить? Дома старые здесь у нас в селе. Сейчас вот строим новые. Мы решили так, отработает там энное количество лет, и, возможно, дом будет... Собственность передаваться. Но нужно, чтобы отработали у нас. Такие инициативы можно только приветствовать, считают профильные власти. Со своей стороны стараются, чтобы в регионе успешно работали многие государственные программы, как, например, социальное развитие села и совсем новый проект «Комплексное развитие сельских территорий». Это приоритетное направление в работе правительства Саратовской области и Министерства сельского хозяйства, тем более, если речь идет об инвестиционной привлекательности. Это дороги, это водопровод, это газификация. Это ФАПы, жилье, школа, культурный центр. С тем, чтобы человек, который работает на инвест-проекты, на новом проекте, имел еще возможность комфортно жить. Не только самому себе, но и со своей семьей. Но и многие руководители хозяйств занимают социально ответственную позицию, стараются помогать родному селу и жителям. Александр Колков признается, мечтает сделать Куликовку достойным центром муниципального образования. А эти 3 дома – только начало. Если молодежь потянется, будут и дальше строить, чтобы общими усилиями развивать хозяйство. Планы строят амбициозные. Ну, животноводство собираемся строить, коровники. Построили вот склады, мехток новый построили. Коровники собираемся строить, животноводство. Но пока мясного направления. Крупнорогатый скот. А там видно будет опять дальше. Сейчас строители завершают работы. Газ и канализацию уже сделали. Остались лишь водопровод и внутренняя отделка помещений. Фермер надеется, за зиму управятся, чтобы уже весной 2 молодых механизатора и агроном со своими семьями смогли справить новоселье. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов. Неутешительная статистика от сотрудников госавтоинспекции. Аварий с участием детей стало больше. Это касается и тех случаев, когда родители не используют автокресло. Только в Саратовской области в этом году пострадали более 200 несовершеннолетних. Сотрудники дорожной полиции не перестают внушать гражданам элементарные правила безопасности. Сегодня силовики побывали в областном перинатальном центре, в очередной раз рассказали о нормах пассажирских перевозок и подарили молодым мамам специальные дорожные кресла. Репортаж Вероники Араповой. Безопасность с первых дней жизни, специальные подарки от сотрудников госавтоинспекции, непривычные коляски, автолюльки, которые предназначены специально для новорожденных. Очень приятно, что органы ГИБДД, не только строгие контролеры на дорогах и подсказчики, каким образом нам не повредить свою жизнь, но и проводят такие великолепные акции, в которых делают конкретные с помощью спонсоров подарки, предупреждающие травматизм и гибель детей на дорогах. Сотрудники дорожной полиции еще раз напоминают о том, что использовать такие автокресла необходимо. Приводят данные печальной статистики. Только за последний год в Саратовской области произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Пострадали в основном из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности, находились вне детских удерживающих устройств. И родители, водители, другие взрослые пассажиры остались невредимыми, а ребенок из-за того, что он в автомашине был не пристегнут, не зафиксирован, при столкновении смещались вперед и получали травмы головы, лица, переднюю часть туловища. Когда после столкновения перемещались вперед и травмировались об лобовое стекло, а переднюю часть панели автомашины, боковые стойки. При
съезда автомашины Хьювета и переворачивания, то есть получали травмы шейных позвонков, то есть из-за того, что просто были непристроены. Находились в кресле, был бы, конечно, испуг, либо ущерб был здоровье минимизирован. Олеся Савинова стала мамой во второй раз. Для первого ребенка автокресло не понадобилось, не было личного автомобиля. О правилах знает и нарушать не собиралась. Уже планировала покупку автолюльки. Признается, такой подарок стал приятной неожиданностью. Нам вчера пришли, сказали заполнить анкеты, будет завтра подарок от ГИБДД, и все, больше ничего не сказали. Вообще очень неожиданно, приятно, рады. Закон о перевозке детей действует в России с 2007 года. Нарушая его, водитель может отделаться несущественным штрафом, не задумываясь о том, что под угрозу он ставит безопасность собственного ребенка. Вероника Арапова, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов. Приобрети долгожданную покупку и выиграй незабываемую путевку. В торгово-развлекательном комплексе «Триумф Молл» подвели итоги предновогодней акции «Эмираты в подарок». Участниками розыгрыша стали около 3000 человек. Кому же досталось удивительное путешествие в лето, выясняла Жанна Гольцова. Декабрь – ожидание всеми любимого и главного праздника на планете – Нового года. К зимнему торжеству торгово-развлекательный центр «Триумф Молл» подготовил для своих покупателей очередной сюрприз – новогоднюю акцию «Эмираты в подарок». Название говорит само за себя. Обладатель счастливого купона проведет новогодние каникулы на берегу теплого Персидского залива. Сегодня у нас праздник, который мы проводим регулярно, несколько раз в год. Это розыгрыш путевки от компании «Лагуна Тур». В данном случае сегодня это розыгрыш путевки в Арабские Эмираты. Плюс еще наши арендаторы и магазины, которые представлены в «Триумф Молле», предоставили свои призы. На самом деле очень приятно делать подарки, особенно большие подарки и особенно под Новый год. Приятно смотреть в лица людей, которые их выигрывают. Если еще учесть, что все это по-честному совершенно, то от этого вдвойне приятно. Хорошее настроение и радость от удачных покупок – вот что объединяет всех посетителей торгово-развлекательного центра «Триумф Молл». В этом году участниками акции стали около 2000 человек. При совершении покупки они всего лишь зарегистрировали свои чеки в обмен на купон и присоединились к праздничному марафону с морем подарков и оригинальных сюрпризов. Вот номер 1654. Есть номер одинаковый. Ваша фамилия, имя? Никонова Ксения, замечательно. Да вы попали, вы угадали просто. Вот он, покупатель, для которого магическая комбинация цифр 12-12-12 оказалась счастливой. В руках Ксении долгожданный билет в лето, путевка в яркие солнечные Эмираты. Недельный отдых в пятизвездочном отеле на двоих – лучшее доказательство того, что с торгово-развлекательным центром «Триумф Молл» легко исполнить любое желание. Вообще куча эмоций, я вообще не ожидала. Даже так отвернулась, думала, точно не выиграю этот приз. И там ждала, например, какой-то другой поменьше, уже готова была все уходить. Помимо главного приза, море подарков от ведущих мировых фэшн-брендов. Например, этот модный чемодан вполне может стать лучшим новогодним аксессуаром. Тем более, что его новая хозяйка Новый год проведет в Париже. Когда его вынесли, я сказала, это мой чемодан. Да, и так получилось. Спасибо. Очень большое всем спасибо за такой шикарный подарок. Всех, кто еще не успел подготовиться к празднику, торгово-развлекательный центр «Триумф Молл» приглашает за приятными покупками. Зарядиться новогодним настроением и подарить радость близким здесь точно получится. Жанна Гольцова, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов. На этом пока все. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. А с вами мы увидимся менее чем через полчаса. Не переключайтесь. Иди туда. Даже игрушки понимают, что безопасность ребенка – лучший подарок на Новый год. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода.
Поддерживать ведущих в хорошей форме помогает фитнес-клуб «Спорткласс». Фитнес-клуб «Спорткласс» дарит к 2013 году скидку 20,13%. Спешите, акция действует до 25 декабря. Спонсор выпуска – Саратовский автоцентр «КамАЗ». Спонсор выпуска – Банк «Российский капитал».